кучу положительных эмоций и драйва получили все, кто пришел в этот вечер на концерт. Воспитанники коллектива подготовили целый каскад незабываемых танцевальных композиций, которые бурно были встречены залом. Хип-хоп-студия «Форсаж» ведет свою работу в городском центре досуга с 2002 года. За этот период Людмила Храмова научила уличным танцам многих десногорских мальчишек. Вот и в этот вечер во взрослую жизнь проводили шестерых: Тимура Мишурова, Андрея Матвеева, Антона Назарова, Никиту Матвеенкова, Дмитрия Фадеева и Анатолия Митунова. Воспитанникам навсегда запомнится жизнь в коллективе. Когда танцуешь, ты совершенно другой. И тебя узнают по-другому, и вся вот эта эмоция, которая накапливается, она вырывается наружу, и даришь ее всем. Танец для меня – это жизнь, и я в дальнейшем планирую это воплощать. Мой папа меня привел сюда, и здесь буквально за месяц я с младшей группы попал сразу в старшую. А что говорить насчет руководителя? Это человек, который просто превыше всего для нас на наших занятиях, тренировках. Это человек, который всегда поддерживает, скрывает свои эмоции, если мы где-то шалим. И просто этому человеку огромное спасибо, и я его очень безумно люблю. За терпение и материнскую любовь руководителя Людмилу Алексеевну поздравили и родители выпускников. Выразить от родителей благодарственные слова. Уважаемая Людмила Алексеевна, примите слова искренней благодарности за ваше профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и воспитание наших детей. Благодаря вашему чуткому отношению и доброжелательности каждому из воспитанников наши дети смогли раскрыть свои таланты, способности, вырасти ответственными, яркими и самостоятельными людьми. Низкий вам поклон! С 1 сентября Людмила Алексеевна наберет новых маленьких десногорцев, которых будет учить мастерству уличного танца.